So dear Dennis, ladies and gentlemen, thank you very much again for this presentation. I'm very happy to be here. When we were speaking last time at this conference, we talked about difficult language. So we talked about our friendship and how the language of medicine is able to overcome difficult times, especially in difficult times about the radio network. So then these messages and whether this works, obviously, can be seen because we all are here again. We all are here today together, and we really try to learn from each other how to treat patients with esteem, elevation myocardial function. And we know that this is a life-saving endeavor, life-saving task. And I'm really happy that I can extend these wishes and friendship on behalf of the board of PCR. And the decision for a partnership that supported full development with PCR was a very simple one, because this course truly represents the core of PCR. And this was very nicely expressed by Antonio Maria, because the core of PCR is to learn from each other in order to improve the treatment of the patient. And for the next days, we will see this again, we will exchange, we will discuss, and we will learn, and we will take something home which changes our practice at home and enables us to treat our patients in a better way. And this is truly, in a sense, our medicine should be, our friendship should be, and therefore I'm proud to announce this collaboration. Thank you very much. Первый год наш курс проводится с можно сказать, с коллаборацией, с сотрудничеством с PCR. Я думаю, никому не надо представлять, что PCR – это один из самых больших форумов в области донационной в мире. И я надеюсь, что это сотрудничество будет углубляться и идти дальше, и очень приятно, вчера здесь был и вот участвовал в курсе, в цикле, или как называется, симпозиум вчерашнего президента ССР, который я только сегодня. Так что интерес есть к нашему курсу, я думаю, будет еще больше получаться. Учитывая, что наш курс самый демократичный в мире, если есть желающий кто-то еще выступить, пожалуйста, мне программу, возможность, какая есть, если есть желающий. Ну, я так понимаю, что желающих сейчас будет нет. Тогда, вы знаете, у меня есть предложение, только что к нам поступил сигнал, что если везут больного в одну из наших клиник, если мы посмотрим, как на какой стадии это все, может быть, потому что у нас, да, еще сегодня должна была быть лекция Маритон Борис, которая называлась «Страшный Борис, его роль в лечении вот, инфаркта миокарда». К сожалению, по совершенно не политическим, никаким соображениям, Маритон не смогла приехать из-за того, что в последний момент узнала, что у нее паспорт полный, как уже или некуда ставить визу или что-то такое. Она не смогла приехать. Я делаю человек, который нашим уважением, и мы к ней поэтому мы ей простим. В следующий раз мы приготовим еще дополнительный советский, российский паспорт. И на всякий случай, если вдруг у нее опять будет полный паспорт французский, то не дадим наш паспорт, мы подарим гражданку. Тему обсудить, и я взял на себя такую ответственность, и Марикону, конечно, мой доклад, но я думаю, что он будет созвучен с тем, что хотел бы сказать Марикону. Но прежде чем вот мы перейдем к следующему докладу, я бы хотел узнать, какая ситуация
Нам 20 минут, да? Ну, может быть, я за 20 минут постараюсь их как раз уложить. Это сообщение, я думаю, вас, знаете, он очень примитивен, но он как-то, может сказать, на пальцах показывает, что все-таки травматизм нельзя полностью отвергать и уходить от системного сопротивления с лечением вами-доктором вашими оказами. Но, конечно, вот весь смысл в том, чтобы перенести травматизм из клиники, из стационара, назад воспитательный этап. Но и, наверное, в тех условиях, когда не было госпитальной помощи войны, в каких-то краях, местах, городах, то, конечно, конвалидность тоже не надо возьмется, поэтому я считаю, что это очень важно. Это как конец. Хорошо. Может быть, все-таки прекратим это случайно? Да. Давайте тогда следующий вопрос. Ну, наверное, ни для кого не секрет, и в этой аудитории можно даже лично говорить, что 90-95% СТЭМИ, то есть инфаркт миокарда, подъемность СТЭМ, инфаркт ответственная артерия, полностью окклюзирована. И большая часть взломов дальше. Известно также из экспериментальных исследований, что когда экспериментально перевязывается коронарная артерия у животных, то уже в течение 20-30 минут миокард полностью погибает, потому что не подготовлен, нет ни коллатералей, нет опорных путей, и такое острое прерывание приводит к подавляющей части миокарда. Дальше. У людей этот процесс, а именно некроза миокарда, длится больше, чем 20-30 минут в связи с определенным процессом. Скажем, дальше, пожалуйста. И по некоторым исследованиям можно выделить у больных с инфарктом миокарда три группы пациентов. Первая группа примерно 35%. У этих больных процесс некроза миокарда, погибель миокарда, продолжается примерно 4 часа. Вторая группа, это примерно тоже 35%, процесс погибели миокарда продолжается 24-48 часов, то есть очень растянутого времени, как вы понимаете. Да? И третья группа, 30%, это больные, у которых процесс погибели миокарда может, как, знаете, волнообразно протекать и длиться поддерживается кровоснабжение этой области, что не дает возможности увидеть миокардную травму. И второе, тоже мы должны помнить, что не существует анаэробный гликолиз, миокардит, который также позволяет в какой-то времени, в какой-то степени сохранять жизнеспособность гигантированного и шелестивого миокарда. Таким образом, как вы видите, у врачей, у людей, которые занимаются лечением миокарда, есть определенное время, довольно часто оно бывает растянуто, чтобы провести все мероприятия для восстановления кровоснабжения миокарда и тем самым спасения ишемизированного миокарда. Дальше, пожалуйста. Да, ну и это тоже, конечно, надо помнить, что чем раньше мы восстановим проводов, тем больше массу миокарда.
конечно, способны тем самым улучшить и ближайшие отдаленные результаты. Как правило, уже это общепринято, можно сказать, считается золотым стандартом, что если вы смогли оказать пациенту помощь в пределах первых 90 минут, то эксклюзивная терапия считается наиболее оптимальной и успешной. И если мы в пределах этих 90 минут можем больному выполнить интравасцулярную процедуру и интравасцулярное восстановление работающих процессов, то, конечно, все другие вопросы снимаются. На сегодняшний день у нас вот три возможности восстановления кровоснабжения миокарда при инфаркте. Это первое, фармакологическое, которое включает себя системные или тоже коронарные тромболизмы. Это эндоваскулярная, первичная миопластика, инфаркта плечевой артерии. И хирургическая, прямая реабилитация миокарда. Дальше, пожалуйста. Но уже, я думаю, ни у кого не вызывает ни дискуссии, ни сомнений, что хирургическая ревоскуляризация практически ушла уже на второй план по лечению именно неосложненного опасного миокарда. И может быть только быть на вооружении тогда, когда имеется дисфункция или отрыв папиллярной мышцы, возникновение эффекта межжелудочной перегородки, или при других катастрофических ситуациях, к примеру, разрыв коронарной артерии или другие какие-то другие осложнения. Дальше. И каким образом, если больной первые полтора часа доставлен в клинику после возникновения ангиозного приступа, то, конечно, первичная ангиопластика, BCI, первая первичная, является методом выбора. И здесь, я думаю, уже никто не дискутирует. Но какова ситуация реально в больших городах особенно? И я, к примеру, живу именно в Москву, потому что я не знаю, как в других странах, вот Москва в наш мегаполис, и как в Москве дела? Может, доставляются ли больные в пределах первых полутора часов, и где им могут быть выполнены эндоваскулярные процедуры? Дальше. И я несколько лет назад провел такое исследование, и мы изучили, в пределах какого времени от начала ангинозного приступа пациенты попадают в московские клиники, где им можно выполнить эндоваскулярную перфузию миокарда. К сожалению, оказалось, что это 306 минут от начала ангинозного приступа, и никак не 90 минут, о которых мы говорили как о золотом стандарте. Дальше, пожалуйста. Еще примерно 43 минуты уходит на то, что уже в стационаре больного подготовить к эндоваскулярной процедуре, потому что, конечно же, больного сразу, как говорится, колёт и в операционную трубку, все-таки должны быть проведены определенные формальности, в том числе и обследования, в том числе и лабораторные, и после этого. То есть все равно, даже если, ну, например, у нас в клинике, в которой имеет огромный опыт уже лечения, может быть, это немножко уменьшает, это 25-30 минут, но все равно это не 2 минуты и не 5 минут. Поэтому еще вот добавляется эти 40 минут плюс 306 минут, это нужно понимать, что примерно 6 часов от начала ангинозного приступа. Это недопустимо долго. Это недопустимо долго, пациент не получает перфузионной терапии. И поэтому мы и вернулись. В Москве, я имею в виду, я не знаю, как других мегаполисов, но в Москве мы вернулись к тому, чтобы все-таки какой-то части больных еще на госпитальном этапе выполнять терапевтическую терапию, а потом мы будем дальше. Дальше, пожалуйста. Таким, а вот, когда я говорю, что вернулся к тому,
чтобы выполнять заборспитальный тромболизис, мы изучили также тот период, который проходит между началом амбинозного приступа и моментом, когда бригада, приехавшая, врачебная бригада, приехавшая к пациенту, может начать тромболитическую терапию. Оказалось, что это стоит 20 минут. И почему такая разница, я вам скажу, потому что, к сожалению, у нас теперь все-таки очень долго лезут больных, и потом и бригада какое-то время теряет, ну не теряет, а уделяет больному времени у него дома, поэтому очень мало получается, что вот пока больного перевезут, вот после этого момента еще чуть ли не столько. Таким образом, практически в два раза раньше мы можем начать системный тромболизм, нежели выполнить больного эндоваскулярную процедуру. И, конечно, в таких ситуациях, наверное, надо думать, чтобы первым этапом выполнить больного системный тромболизм. Дальше, пожалуйста. Сейчас...